видите, обычное меню Майнкрафта, снапшота. Теперь посмотрите на версию. Да, вы думаете такое же. Мы так долго ждали, и вышла наконец-то новая версия Майнкрафта. 1.17. Мы сегодня проверим, что же в этой версии. Хотя уже кто-то не знает, но я только сейчас узнал. Вышла эта версия 9 июня 2021 года, среда. Именно как говорится сегодня. Ну, давайте посмотрим, что в эту версию добавили. У нас там, как говорится, такой же, как и снапшоты. Мы привыкли видеть простого с бородой, степенного, мудрого старца. Панкаратает, и рожка, и княг Марьи, и холстомер. Мне даже эта версия лагает. Туда скины не добавлю. Так. Видно, как будто какая-то старая версия. Что добавили в эту версию, как и в снапшотах. Да. Может быть, это модель России. А может быть, ну-ка. И всего человечества. Ну-ка, что-то тут цветчащие. Вот такой. Морские голубцы тут и были. О! Это я помню, вот это я помню. Но все по земле. И с небесными крыльями, нарочные дубли клюем, спускающиеся на землю. Сложив крылья и учат людей.
Это твои слова. Иранская телевизионная драма на телеканале «Культура». Шутки не завтра. Идите, князь, идите. Буду рассказывать. Как страшно в лесу. Идет старая ведьма. Конь. Мертвец. Я убил этого мужчину. Я прошу вас не запугивать, князь. Одно или два убийства, не больше. Вчера, помню, я встретил в лесу мужчину и женщину. Женщины обернулись на меня, и все решилось. И разбойник стал рассказывать свою историю. Куда подевалась женщина?